Рафа у нас отрывал сегодня рождения. Тренируется под руководством заслуженного тренера России и Советского Союза Виктора Михайловича Кузнецова, который воспитал трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Лучший результат борца. Двукратный олимпийский чемпион 12-16 годов. Двукратный чемпион мира. Трехкратный чемпион Европы. Победитель Всемирной университеты студентов в Казани. Роман Власов награжден орденами России, орден почета и орден дружбы. Сейчас занимается частичным бизнесом. Основал фирму по производству спортивной одежды. Она так называется. Роман Власов. И линейка одежды идет, начиная с 46-го размера до 50-го. Самые прекрасные костюмы – это костюмы от фирмы «Роман Власов». Его соперник – боец синего трикотажа Ахмед Кайсуров. Он 96-го года рождения. Европы, призер чемпионата России и победитель России среди юниоров. Ну еще уже, а вот первый сегодня будет называться челлендж. Не согласен. Для здоровья Александра Кузнецова. А также за здоровье Кузнецова. Его сын, Роман Кузнецов, старший мастер спорта международного класса, 1988 года рождения.